Партнер проекта «Мой город» – справочник 2GIS. Одиночество елей в уфимских дворах, гордость и странность всех одиночеств, и время пред ними рассыпанный прах, а небо полно чудес и пророчеств. И что облаков рассеянный бег, их легкость и плавность движения, вечерний задумчивый свет печали земное отражение. Когда над домами закаты темны, а звезды горят чистым пламенем, когда в себя дворы погружены, а заботы на завтра оставлены, и вьется ли снег или струи дождя омывают притихшую землю, дорога которой идти нам нельзя, мечтам и воспоминаниям внемлет. Светлана Смирнова. Уфа – город с богатым прошлым и интересной историей. Его облик изменчив, податлив веяниям времени. Порой, вернувшись в Уфу после долгих лет отсутствия, кажется, что она изменилась до неузнаваемости. Друзья, у меня с Уфой очень много всего связано. У меня здесь всего много. И одноклассников, и любови, и подруг, и друзей. Самые лучшие мои воспоминания в моей жизни именно здесь, в Уфе, на этих улицах. В этих подворотнях, в этих дворах, в этих скверах и в этих парках. Иногда мне кажется, я уже умер, потому что я не узнаю своего города, детства, да, потому что все перестроили, кругом одни небоскребы, а я маленький такой, как пел Уфа, совершенно другая. Ну, а с другой стороны, старые добрые друзья, вот они напоминают мне о том, что я Кощей бессмертный. Вот в новом альбоме у нас есть рок-н-ролльная муза. Там как раз про Уфу. Рок-н-ролльная муза, яра там уфимского блюза. Новая песня об Уфе, да. Яра там уфимского блюза. На моем любимом месте построили элитное жилье с бюрократами. Его уже не существует. Это был очень хороший сквер в Лопухах, где мы любили посиживать, протирать штаны, говорить о Битлз. Родина – это не плакат, это не лозунги. Это патриотизм, это очень тонкое, нежнейшее чувство. Повествование об улице Октябрьской революции, бывшей Большой Казанской, продолжается. Сегодня мы поговорим о поверочной палатке, находившейся здесь в начале 20 века, об истории и судьбе Спасского храма, а также о том, как изменится облик этой улицы в ближайшее время. Сегодня каждый ребенок знает, что для того, чтобы что-то взвесить, нужно воспользоваться весами и узнать вес в граммах или килограммах. Встречаются сегодня весы в основном электронные, но бывают и механические, со всевозможными гирьками. Все они работают по единым стандартам, а вот в конце 19 века все взвешивали и измеряли кто как мог, и неразбериха была страшная. Часто, проезжая по улице Октябрьской революции, я обращаю внимание на дом Октябрьской революции 54. В этом доме, в квартире номер 1, размещалась уфимская поверочная палатка номер 20. Поверочная палатка отвечала за сохранение единообразия, верности и взаимного соответствия мер и весов. Даже в аптеках в те времена отмеряли почти что на глаз. Вообще, своему появлению в 1893 году главная палата мер и весов обязана Дмитрию Ивановичу Менделееву. В то время специалистов, которые знали поверочное дело, было очень мало. И поэтому распределение специалистов проходило из Петербурга, где находилась главная палата мер и весов. Ее основателем
был Дмитрий Иванович Менделеев. По его предложению такие палатки начали создаваться на местах. Чем же занималась наша поверочная палатка? В то время был большой беспорядок в использовании весов и других мер, то есть гири там, меры длины, меры веса не были упорядочены, то есть применяли какие придется, вот разные гири, разные весы, и были они даже часто незаконные. Ревизии, которые должна была проводить палатка, показали, что до 95% применяемых гирь и весов были незаконные. Они показывали не тот вес, и чаще всего из-за этого наше народное хозяйство терпело большие убытки, потому что заведующий складов, которые, допустим, перемещали эту продукцию, любую продукцию со склада на склад, часто ссылали, говорили, что тут недостача большая из-за того, что неправильные весы. Нужно было навести порядок, чтобы, как говорил Дмитрий Иванович Менделеев, не было обмера и обвеса. Вот на местах организовывались такие службы. До наших дней сохранился не только сам дом на Большой Казанской, где была поверочная палатка, но и план, по которому можно посмотреть расположение комнат в нем в начале 20 века. Здесь находилась и приемная, и квартира управляющего. Поскольку дом большой, то помимо одной русской печи было еще две голландские. Это позволяло пережить суровые уфимские зимы. На плане отмечено даже положение столов в квартире. Поверялись меры длины, меры веса. Постепенно увеличивался объем, и постепенно более разнообразные приборы стали изучаться и поверяться. Термометры, радиотехнические приборы, электрические счетчики – все это подвергалось поверке уже позднее. В 26-м году наша поверочная палатка получила дом на улице Гоголя, 33, где уже развернулась более широкая деятельность, и штат уже был гораздо больше. Сегодня же электронные применяются, техника. А в то время вот ставилась на одну чашу гири, на другую продукции, которую нужно было взвесить. И вот это в 25-м году, примерно в тот период, они работали. Вот такими приборами могли пользоваться, особенно в районах, где особого контроля не было. И то, наверное, доставали они с трудом вот это все. Ну вот, крючок. Крючок свидетельствует о том, что, видимо, тут было взвешивание какое-то. А раз взвешивание, то должны быть какие-то ведь гири. Сегодня прямым наследником поверочной палатки является Центр стандартизации, метрологии и сертификации. И работа его куда более насыщенная и сложная. Все подлежит измерению. Как говорил Дмитрий Иванович Менделеев, в природе мера и вес есть главное орудие познания. Без этого невозможно развитие дальнейшей науки и производства. Где взять деньги? Найди в 2GIS ближайший банкомат или банк. Ищешь свое место? Узнай телефоны и адреса кафе ночных клубов. Решил нажать на учебу? Узнай часы работы вузов и библиотек. Хочешь узнать развязку? Выбери вариант проезда по городу. 2GIS – справочник с картой города. Точная информация в один клик. Скачай бесплатно на 2GIS.ru. Помимо старинных дореволюционных особняков, на улице Октябрьской революции есть здания советской эпохи, представляющие собой интерес с точки зрения истории архитектуры. В 1944 году нефтяники нашей республики обнаружили богатейшие запасы черного золота в так называемых Девонских горизонтах. Это было открытие, как никогда вовремя совершенное, потому что сразу приумножило разведанные запасы нефти многократно. Для того, чтобы нефть доставить в Уфу, нужно было строить транспортную линию, нефтепровод большой пропускной способности. Вот этот магистральный нефтепровод начали строить работники вновь организованного предприятия Треста «Восток нефтепровода».
провод, строй. Мы находимся перед небольшим зданием, очень скромным для предприятия нефтяной индустрии, но его тоже строили в условиях ограниченных возможностей послевоенного времени. Дом этот из типового чуть-чуть улучшили. Можно обратить внимание на то, что устроен фронтон с колоннами. Устроили на фронтоне торжественное завершение. Там обычно было слуховое окно. Его закрыли гербом предприятия Треста «Восток нефтепроводстрой». Здание простоит еще долго, потому что оно построено с учетом всех технических требований. Если учесть, что улица Октябрьской революции принято решение сохранять в первозданном виде по красной линии с сохранением старых домов, с их реставрацией и консервацией, вот этот дом ни в реставрации, ни в консервации нуждаться не будет. На пересечении современных улиц Октябрьской революции и Новой Мостовой стоит удивительный некогда по своей красоте Спасский храм. К сожалению, от былого облика мало что осталось. Судьба была не слишком-то благосклонна, но обо всем по порядку. История этого храма очень интересна и берет свое начало аж от времен Пугачевской смуты. 17 века на месте Спасского храма существовала деревянная церковь Благовещения Божьей Матери. Но когда после Пугачевского бунта из Елабуги в Уфу крестным ходом понесли икону Спаса Нерукотворного, случилось удивительное. На улице Большой Казанской, на ее изломе, раньше на месте Спасской церкви стояли две парные церкви, Спасская и Благовещенская, деревянные церкви, стояли с начала 17 века. Они были деревянные, летние и зимние, как водится, парные. В связи с этой церковью существует как бы легенда. Теперь уже невозможно проверить, так было или нет. Ежегодно из Елабуги в Смоленский собор проходил крестный ход. Проходя мимо этого места, где стояла тогда старенькая Благовещенская церковь, икона вдруг остановилась, и никакие силы не могли сдвинуть ее с места, по легенде. После чего горожане, идущие крестным ходом по Большой Казанской, решили, дали обет построить рядом с маленькой Благовещенской церковью и парную к ней Спасскую церковь, потому что икона, носимая из Елабуги, остановилась на этом месте. Обет был дан, шествие двинулось дальше. В 1821 году обе деревянные церкви, и Спасская, и Благовещенская, в очередной раз сгорели во время Великого Уфимского пожара. После чего было наконец принято решение строить вот эту каменную, ныне существующую Спасскую церковь. Заложена была Спасская церковь, что примечательно, в год приезда в Уфу императора Александра I, почти одновременно с Александровской церковью в 1824 году. Строили долго из-за того, что выделенных средств было очень мало. И постройка затянулась аж на 20 лет. За 20 лет строительства храма много людей участвовало. И купцы, и чиновники, и множество простых людей, и обер-прокурор. То есть живые души и живые сердца людей участвовали в создании этого замечательного нашего храма. В 1844 году церковь осветили, и она благополучно начала действовать. По форме она напоминает, как теперь все говорят, уменьшенную копию Казанского собора в Санкт-Петербурге. Спасская церковь строилась по образу и подобию Казанского собора в Санкт-Петербурге. Оба храма были выстроены в стиле классицизма и посвящены победе российского войска над иноземными захватчиками в 1812 году. Главное отличие Уфимского – это две симметричные колокольни по обе стороны колоннад. К сожалению, сейчас их уже нет. Спасская церковь была расписана в 1890-е годы в академическом стиле. Часть фресок сохранилась, каким-то чудом извлечена из-под набелов, из-под покраски, из-под поздней штукатурки
извлечена и очищена. Судьба приготовила Спасской церкви нелегкую жизнь. Дело в том, что она установлена на краю Спасского оврага. И постоянные оползни всегда мешали нормальному функционированию церкви. В 1929 году Спасский храм был закрыт. Как уверяют, по техническим причинам, а в самом деле причины были общие для всех. То есть в Уфе осталось буквально несколько храмов открытых, а все остальные либо разрушили, либо закрыли совсем. Довольно долго после этого помещение Спасского храма носило хозяйственный характер. Заботу о храмовом имуществе проявили как государственные учреждения, так и местные жители. Многие иконы до сегодняшнего дня хранятся в домах уфимских жителей, в особенности тех, кто проживает поблизости со Спасским храмом. Я ходила мимо церкви Спасской, которая никак не могла не обратить на себя внимание своими удивительными колоннами и паперти. Эти ступеньки на паперти, это белизна, это, знаете, подступ даже к церкви. И колонны, естественно, нас, малышей, очень-очень привлекали. Удивительный памятник классической архитектуры подвергся частичному разрушению. А именно, были снесены обе колокольни, была снесена двойная колоннада с обеих сторон. Все это было в 30-м году. Предлоги, конечно же, были формальные. Как, опять-таки, яствует из истории, то не хватало кирпича. Почему-то именно из стен Спасского храма собирались чего-то там такое очень нужное возводить и строить. И в этом здании сначала расположилось общежитие «Башстрой Треста», потом другие организации, и в 70-е годы расположились ремонтные мастерские. Примерно к середине 40-х годов, то есть уже через 15 лет, сменив очень много хозяев, церковь все это время подвергалась, конечно же, страшным надругательствам, разрушениям. От нее осталась только центральная часть. В 40-е годы из-за обвала сползла во враг алтарная апсида, и церковь еще лишилась своей части. В 41-м году был снесен вот этот вот барабан подкупольный и купол. И мы видим сейчас ее в таком вот изуродованном виде, обрубок церкви, который дошел до нашего времени. Около 40 лет, до конца 80-х, там был кинопрокат. То есть хранились ленты, пленки, киноархив. В 2002 году была возрождена стараниями нашей замечательной уфимской краеведки Галины Александровны Бельской, возрождена Спасская община. В 2004 году она была возвращена, через два года после этого. Деньги на это дело выделяются очень скудные, а пожертвования, те, которые существовали до революции, практически не бывает. На месте Спасского храма совсем недавние годы, в наших, в 2006 году собирались построить торговый центр. Новейшая история храма также складывается непросто. 3 марта 1992 года Спасская церковь была включена в перечень зданий памятников, поставленных на государственную охрану. Вскоре здание передали на баланс Уфимской епархии. Но только через 10 лет, в 2004, когда мастерские полностью освободили помещение, были возобновлены богослужения и началось восстановление храма. Государство даже выделило средства и началась реконструкция. Однако вместо того, чтобы начать с укрепления грунта во овраге во избежание обрушения сохранившейся части храма, почему-то на выделенные деньги государство решило строить колоннаду и колокольню. Казалось бы, благое начинание, но не все так просто. Вскоре после окончания работ выяснилось, что колокольня не отвечает нормам градостроительства, стоит слишком близко к проезжей части, и ее пришлось поспешно снести. Есть план реставрации, проект реставрации, который разработан заслуженным архитектором России Рудольфом Ивановичем Кирайтом, известным в Уфе архитектором-реставратором. Существует план реставрации, существует план возвращения исторического вида. Передали храм 7 лет назад. Приходу. 7 лет назад храм передали, вместо того, чтобы его восстанавливать, стали строить вот эту вот колоннаду, колокольню, которую потом так варварски снесли без суда. Силами прихожан этот храм становился храмом. Приходили добрые люди, много-много людей работало,
очищали территории, украшали. В настоящее время Спасский храм остро нуждается в реконструкции, однако собственных средств для этого недостаточно. Но настоятель и староста храма надеются, что найдутся добрые люди, и святыня вновь обретет свое прежнее великолепие. От уфимцев нередко приходится слышать, насколько улица Октябрьской революции красива, уникальна и самобытна. И многие хотели бы видеть ее пешеходной, эдакой городской изюминкой. В ближайшее время это вполне может стать реальностью. Дело в том, что квартал между улицами Октябрьской революции, Новомостовой, Коммунистической и Цурюпы уже сейчас активно застраивается. В ближайшем времени здесь появится жилой комплекс «Уфимский Кремль». Горожане, радеющие за сохранение исторического облика Уфы, серьезно опасаются за судьбу и сохранность многочисленных памятников архитектуры, находящихся в этом квартале по улице Октябрьской революции. Однако, как нас заверили представители компании и застройщика, причин для волнения нет никаких. Мы прекрасно понимаем, что мы занимаемся строительством в исторически сложившейся какой-то уже инфраструктуре. То есть, естественно, мы знаем, что у этих улиц есть старинные названия и своя история. То есть мы, естественно, стараемся как можно бережно к этому относиться и очень аккуратно подходить к этому вопросу. То есть вопросы все непростые, но тем не менее нам бы самим очень хотелось, в общем-то, иметь вот это вот старинное историческое лицо. На территории квартала на сегодняшний день по улице Октябрьской революции и по улице Коммунистической находятся здания-памятники, которые проектом предусматривается их реставрация и использование уже по современному значению. Это небольшие магазинчики, офисы. Реставрацией будет заниматься уже специализированная организация, имеющая на эту лицензию. Те существующие памятники, которые находятся вот по Октябрьской революции, то есть все эти дома, которые вы сегодня видите, они находятся в федеральном реестре, ну, почти все находятся в федеральном реестре памятников. У нас есть обязанность реконструировать, то есть это все будет сделано. По проекту Уфимский Кремль будет сочетать в себе как новые жилые дома, отвечающие всем требованиям 21 века, так и отреставрированные памятники архитектуры по улице Октябрьской революции. Между ними и пройдет пешеходная зона, которая без сомнения станет еще одной уфимской достопримечательностью. Уфимский Кремль – это строящийся жилой комплекс бизнес-класса в центре города Уфы, в квартале 531 Кировского района города Уфы, ограниченный улицами Цурюпа, Коммунистическая, Октябрьской революции, Новомостовая. Он состоит из 9 многоквартирных домов, офисно-гостиничным комплексом, школа, детский сад, бассейн, 2 пешеходные зоны. Ну, естественно, внутри комплекса есть вся необходимая инфраструктура, которая непосредственно пригодится всем жителям этого микрорайона. Рельеф участка требует значительной инженерно-технической подготовки и обусловил использование оврага под одно-двухэтажные подземные автопарковки, кровли которых уже будет использоваться под площадки, под озеленение. На сегодняшний день сдается первый дом, дома литер 3, литер 5, 9 и 10. Мы планируем сдать в третьем квартале 2012 года. Эти дома у нас расположены по Октябрьской революции. Вот то естественное углубление, которое вы видите сегодня и которое называется у нас оврагом, то есть мы нашли достаточно интересное инженерное решение, то есть внутри у нас вот как раз от Цурюпы до Новомостовой будет организована пешеходная зона. Помимо зданий, которые представляют историческую ценность, в этом квартале много еще и домов, которые подпадают под разряд ветхих и аварийных. Они подлежат сначала расселению, а затем сносу. Переезды здесь ждут десятилетиями. Конечно, за долгие годы для жильцов эти дома стали родными, и хранят они множество теплых воспоминаний. Но, увы, воспоминания эти в зиму не согреют и горячую воду не проведут. Поэтому известия о переезде всегда воспринимаются бурными эмоциями. Сакина Габдурахимовна прожила в этом доме на Октябрьской революции 45 лет. Последние годы, как она признается, были очень тяжелыми. В комнатах холодно, горячей воды нет, щели и трещины размером в два пальца. С
сменить частный дом на квартиру в многоэтажке, они с сыном согласились, не раздумывая. Правда, прежде чем выбрать жилье на вторичном рынке, которое бы их устроило, пришлось перебрать не один вариант. Благо, компания-застройщик воспринимает это не как излишнюю прихоть, а как должное. Первое-то время еще дом у нас хороший был, потом дом 100 лет стоит, уже старый стал. Ремонт никто не делает. Вот 30 лет там никто ничего не делал. Крыши, правда, крыли, чтобы не протекало, а так ничего не делали. Тяжело, конечно, там было жить уже последнее время очень. Холодно. Так было холодно. Так дом вот. Старый, да? Дом, вот, 100 лет на давности. В 16-м году возложен у нас дом. Одна тема – снос. Одна тема, а другой темы у нас не было. Одна тема – когда снесут, кому еще предлагают. Ну вот, решили нас снести. Хорошо, пришли, сказали, пойдемте квартиру смотреть. Вы под снос. Мы сначала не поверили, думаю, шутка. Но вот эта квартира нам понравилась. И место спокойное, вроде леса рядом. Вот через дорогу выхожу, я по лесу гуляю. Сын вот на лыжах тут через дорогу выходит, на лыжах можно. Мы должны расселить в этом квартале в общей сложности около 20 тысяч квадратных метров, то есть предоставить благоустроенного жилья, расселяем гражданам порядка 20 тысяч квадратных метров. То есть, ну, для сравнения, это полноценный трехподъездный дом высотой там 12 и выше, да, этажей. На месте деревянного дома Ларисы Забировны уже вовсю идут строительные работы. Она, конечно, не раз будет рассказывать друзьям и знакомым, каким он был, и даже ностальгировать по былым временам. Но вот жалеть о переезде, как признается, точно не будет. Мы жили на улице Коммунистической, дом номер 76, квартира номер 7. Прожила я там 27 лет. Вот, дети мои выросли там. Забор, своя калитка, свой песик бегал. Во дворе дети играли, то есть двери практически даже иногда на ночь не закрывались. Дом, конечно, мне очень нравился в свое время, когда первый раз я увидела в центре города такой деревянный домик. Но, конечно, со временем дом обветшал и, наверное, требовалось того, что приняли решение расселять. Потому что квартал, в принципе, весь деревянный. Естественно, жизнь не стоит на месте и требует своих таких коррективов. В 2004 году нам принесли постановление о том, что наш квартал будет подвергаться реконструкции, и, естественно, что нас будут сносить, расселять. Мы вообще очень быстро съехали, потому что, я говорю, мы оставались уже почти самые последние. По большому счету, я, конечно, довольна. Даже и район мне этот уже тоже начинает нравиться. Ну, безусловно, процесс расселения – это достаточно сложный процесс. Здесь, кроме существующего законодательства, есть еще, конечно, очень много психологических моментов. Но, тем не менее, до сих пор нам всегда удавалось находить какой-то общий язык с расселяемыми гражданами. И, в общем-то, ну, никто еще, в общем, не остался там недоволен, предоставлен тем жильем, которое мы предоставляем. Часть объектов на территории жилого комплекса «Уфимский Кремль» будет сдана уже в начале 2012 года. Сейчас идет строительство 6 домов. Также в ближайшее время компания-застройщик начнет возводить еще 3 дома. Когда-нибудь и эти дома станут историей города. Здесь непременно будут жить выдающиеся люди, о которых долго будут помнить и говорить, увековечивая их имена на памятных досках. В парковой и пешеходной зоне пересечется множество судеб, и люди надолго запомнят это место. Однако сегодня, пока это еще наше настоящее, нужно чтить и уважать наше прошлое, сохраняя и бережно относясь к памятникам истории и архитектуры. Ведь очень часто они – единственная наша связующая нить между вчера и завтра.